Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за прорыва дамбы в Орске по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве. Ответственность за разрушенное сооружение несет крупная страховая компания. Там заявили, что готовы приступить к выплатам после расследования и признания произошедшего страховым случаем. Отмечу, прорывы произошли 5 и 6 апреля в результате аномального паводка. Дамба была рассчитана на меньшую нагрузку, пояснил губернатор Оренбургской области. Общий ущерб от разрушения сооружения в Орске может превысить 5 миллиардов рублей, сообщают местные СМИ, ссылаясь на документацию по объекту.